привет, дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня дождливая погода. Мы даже видим, что образовался вон туман, поднялся. Весь дом в тумане, вон высотка впереди. С моря влага пошла. Здесь небольшой участок делается дорога. Все здесь огородили. Оставили проход пешеходам, чтобы никто никому не мешал. Тем не менее, они занимаются своей работой, работники коммунальной службы. Вот, а я вам сейчас покажу, как выглядит торговый центр в городе Брайтон. Вот он, вот оно его здание. Здесь сразу видны рекламы бутики H&M и Zara. Как мы вообще привыкли? В нашем понимании торгово-развлекательный центр – это и кинотеатр, и фудкорт, и большая площадка для детей, где они могут поиграть, ну и бутики. Здесь стандартно все. Несколько этажей всего бутиков. Золото, вещи, обувь. Вот манго видим по правую сторону. Вот, всего несколько этажей. Вниз еще уходит в этажа два парковка. Здесь небольшой вот сладости продают, небольшой островок. И все, весь торговый центр. Люди сюда приходят в основном только одеться, а не с целью отпраздновать день рождения своих детей. Или весело провести каникулы. Такие у них торговые центры. Всем спасибо за просмотр.